Ну, а вот служба безопасности Украины объявила в розыск российского актера Михаила Пореченкова. Сам Пореченков выразил недоумение таким шагом. По его словам, это может быть связано с болезнью, которая поразила всю Украину. Не знаю, с чем. С больной головой, наверное. Не знаю, как комментировать это. Видите, а Польша вдруг решила, что Украина освобождала Освенцим. Украинцы. Ну, что теперь делать-то с этим? Ну, ничего не сделаешь. Ну, как я к этому буду относиться серьезно? Ну, я думаю, болезнь пройдет, и все будет нормально. Михаил Пореченков посетил Донецк и Луганск осенью прошлого года. Во время визита в Донецк привез лекарства для больницы и представил картину «Поддубны», в которой и сыграл главную роль. Резкую реакцию Киева вызвали кадры, где Пореченков позировал с оружием.